пресс-службе мини-футбольного клуба «Ростов» не так давно давал интервью Вячеслав Белянский. И Вячеслав сказал, что в Липецк они едут исключительно за победой. Чуть было не потеряли мяч, Шамсудинов здорово подстраховал. Хорошая передача, Назаров! Убирает мяч под правый удар! Елисея Елисеева! Здорово Павел Назаров разворачивался и оставлял мяч под удар. Еще один удар! Волошин! Волошин! Два раза пробил Сергей Волошин! Еще один выстрел Павла Назарова! Удар! Гол! 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 Илья Андреев! Девятый номер ЛКС! Итак, Никита Анисимов у мяча. Здесь рядом Валеев. Будет ли передача, будет ли удар? Посмотрим. Удар мощнейший, который отбивает Родион Залалединов и разводит руками Родион. Как же так? Почему именно он накрывает этот мяч? А это удар и мощнейший удар! Гол! Взятие ворот в исполнении ростовской команды. Сравнивает счет Максим Коновалов. Закинул на Габриэля. Удар! Опять сыграл немножко, я бы сказал, по-пижонски. Пяткой Зайков слева. И Иван Костяной самоотверженно в подкате выбивает мяч. Ростовчане с мячом разыгрывают. Шамсудинов. Бастрыков. Хороший пас пяткой. Мяч! Ворота! Наказывают липчане! Этим ударом! Своих оппонентов! Друзья мои, Залалединов просто боженька в воротах. Анисимов, хорошая передача. Габриэль в центр. Бастриков, Сальников, Шамсудинов. 2-2. Господи, что творится? 2-2. Ростов сейчас может перевести игру в дополнительное время в овертайм. Андрей подрабатывает мяч. Длинная передача. Гибадуллин тут как тут. Габриэль оказался в маркете. Гибадуллин вошел. Что творит? Что творит этот футболист? Исмаил Гибадуллин. Номер 21. Габриэль Гонсалвес играет на капитана Бастриков. Гонсалвес. С ленточки ворот. Родион Залалединов! Это великолепно! 8 секунд до конца! Зрители уже на ногах! Что же будет? Илья Андреев катит мяч! И это пятый гол! Илья Андреев исполняет! Сейчас празднование гола Криштиану Роналду. Си! Кричу я вместе с ним. Илья Андреев. В половине паркета. Здорово они отыграли. В обороне Габриэль катит мяч липчанам. Я поздравляю всех фанатов липецкой команды с выходом в финал Парибет высшей лиги. Первенство России по мини-футболу.